Уважаемый Александр Григорьевич, как давно договаривались, встречаемся сегодня в Петербурге. Куда отступления нет? Что дальше? Нет, оно есть, просто оно провалилось. Ну, я провалилось, результатов нет. Что дальше? Они, это вы очень точно сказали недавно, они начали подключать Польшу. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать.